Владивостокское отделение дороги. Здесь успешно развиваются перевозки транзитных контейнеров. По дальности пробега подобные маршруты не имеют себе равных не только в нашей стране, но и во всем мире. Несмотря на большую протяженность, свыше 10 тысяч километров, это самый экономичный путь из Европы в Азию. Порт Восточный. Здесь, на берегу Тихого океана, начинаются и заканчиваются маршруты, входящие в систему Транссибирского контейнерного сервиса. Система погрузки сверхдальних маршрутов разработана и осуществляется в содружестве железнодорожников и моряков. По-новому организована работа контейнерного терминала. Широко используется прямой перегрузочный вариант. Судно-вагон, вагон-судно. Электронно-вычислительный комплекс, для которого разработаны специальные программы, дает возможность диспетчерской службе в считанные минуты находить нужные контейнеры и следить за их продвижением на всем пути следования. Система предусматривает отправление маршрутами всех контейнеров и погрузку их на одну станцию назначения. Организация сверхдальних маршрутов освободила опорные станции от обработки огромного потока, более 35 тысяч вагонов в год. Повысилась скорость доставки грузов.